Всем привет, мы в Карпатских горах, только что взошло солнце. Будем надеяться, что нам повезет с погодой, все не затянет облаками и туманом. И пойдем искать хорошее место для фотосъемки. Ну вот, нашел интересную композицию. Холмы на переднем плане и горы на заднем плане создают вот такие пересекающиеся диагонали в кадре. Туман на заднем фоне. И это все подсвечивается контровым солнцем. Посредине на горбу стоят домики, из трубы валит дым. Должно быть шикарно. Еще и солнышко как раз выглянуло. Подходящий момент. Фокусируюсь на одном из домиков. Диафрагма 16, выдержка 1/125. Снимаем. Все-таки в горах я больше предпочитаю использовать длиннофокусные объективы. Самое длинное, что у меня сегодня с собой есть, это Canon 135 мм. Длиннофокусный объектив нравится мне тем, что можно сжать перспективу. А так как в горах имеется очень много планов, их можно объединить в один. И также узкий угол позволяет выбрать определенный кусочек горизонта с правильной композицией, красивой, с пересекающимися какими-то диагоналями передних, задних планов. И объединить все это в один шикарный снимок. Солнце вышло. Чудесное время. Туман стоит прямо над селом. Солнце подсвечивает туман, и это просто великолепно. Фокусируюсь на расстоянии 2/3 от меня до горизонта и фиксирую фокус в мануальном режиме. Немножко поснимал на длиннофокусном, сейчас хочу поменять на широкий угол и попробовать захватить больше объектов. Снова немножко прояснилось, вот такая панорама открывается. Вот с этой стороны надвигаются такие холодные синие тучи, а с этой теплое желтое солнце. Сейчас мы на этом контрасте сделаем нашу композицию. Широкий угол, солнце бьет прямо в кадр, снимаю в контровом свете, поэтому сейчас переведу фотоаппарат в режим серийной съемки и сниму 5 кадров с разной экспозицией, от темной к светлой, и потом объединю это в одно изображение. Это нечто. То, что тут вокруг меня происходит, это нечто. Я хоть и не на самой большой вершине, но вот эти вот все долины, залитые туманом внизу меня, конечно, меня возвышают. Ну вот так, горы дали, горы взяли. Буквально на 5 минут прояснилась долина, вышло солнце, и опять все затянуло таким густым туманом, низкими облаками. Солнце еле-еле пробивается из-за туч. Видимость не очень большая, буквально 100 метров, и дальше потом уже все пропадает в тумане. Ну, будем ждать, может, нам сегодня еще повезет.
ветка елки упала и застряла прямо над землей. Шикарная возможность сфоткать шишки вблизи. Солнце полностью зашло, и вот такое все стало серое, плоское, однообразное. Так что, как я и говорил, и всегда говорю, хорошее место еще ничего не решает. Должно повести с погодой, должно сойтись вместе. Красивое место, хорошая погода, хороший свет, хорошее время. Будем считать, что сегодня утром мне повезло. Конца дня солнце так и не вышло, поэтому ничего толкового в этот день больше снять не получилось. В такую погоду нет ничего лучше горячего чая, чтобы согреться изнутри и согреть замороженные руки. Съемка и монтаж такого видео отнимает очень много времени и сил, поэтому буду благодарен за поддержку лайком и репостом. Спасибо, что досмотрели до конца, и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новых видео.